Приветствую вас, друзья! А мы находимся сегодня в парке Словакии, возле града. Если посмотреть, тут, конечно же, очень хорошая красота. Я надеюсь, наш оператор вам потом это все покажет, всю эту красоту. Что бы я хотел, о чем бы я хотел бы сегодня затронуть, о чем бы я хотел сегодня поговорить? Я хотел бы поговорить об иммиграции в Словакии. Вот, видите, вот такие черные вороны, которые сейчас каркают у нас здесь. Вот они нам все время и говорят о том, что невозможно, невозможно, невозможно. На самом деле все возможно. Возможно переехать в Словакию. У нас есть на это право, да, мы, если подготовим полностью с вами все документы, вы спокойно можете переехать. И хотел бы начать с первого. Да, что же изменилось в иммиграции на сегодняшний день? Оно стало более сложнее, но переехать все-таки возможно. Давайте говорить, от чего мы должны отталкиваться. Страны СНГ обязательно должны получить визу D, так как у нас нету шенгенской визы. Да, мы не состоим в Шенгене. И мы должны получить визу D. Это первый вариант, как мы можем переехать в Словакию. Что для этого нужно? Ну, понятно, что для этого нужно записаться обязательно в консульство. А если консульство записывает, значит, уже есть возможность переехать в Словакию. И действительно, в консульство сейчас принимает документы. Нету никаких запретов на непринятие документов. Все принимает, все нормально. Конечно же, сроки увеличились, потому что очень большое количество, кто хочет переехать. Сейчас у нас уже идет на ноябрь. Да? И в этом случае мы понимаем, что где-то сроки от 4 до 5 месяцев. Вот в этом сложность есть. Опять же, вы всегда можете подготовить документы за это время. Возникли вопросы со счетами открытия Словакии. Этот вопрос мы тоже смогли решить. Так, как и раньше, принимали выписки из счетов, да, из России или из ближнего зарубежья. Вы можете открыть счета в ближнем зарубежье или в России. Но данные счета должны быть не менее 3 месяцев. По данным счетам должно быть обязательно движение. Это обязательно. И после этого мы сделаем переводы данных счетов и предоставим уже на консульство и полицию. Так что вот этот вопрос, он тоже в принципе закрыт. Следующий вопрос — это логистика, которая тоже изменилась. Потому что DHL не работает, многие другие компании, которые по доставке писем, они почты перестали существовать, да, ну, то есть они не работают на сегодняшний день. Мы нашли возможность, как решить этот вопрос, да, и мы решили этот вопрос. У нас есть компания, которая занимается более 240 стран, доставляет письма, и у вас с этим вопросом тоже никаких не будет. Логистика у нас решена. По поводу оплаты мы также решили вопрос, то есть по поводу возможности перевода евро, долларов, мы тоже этот вопрос решили. Так что возможности на самом деле все есть. И более того скажу, да, вот буквально на этой неделе мы нашли банк, который для русских откроет счет, или русскоязычно говорить, давайте, стран СНГ откроет счет, потому что такой возможности не было. Сейчас мы договорились с одним из банков открывать счет в Словакии. Надеюсь, изменений не будет, потому что, конечно же, каждый день какие-то определенные есть изменения. Изменения есть в открытии счета, изменения есть в ипотеке, как мы уже ранее говорили. Везде есть какие-то определенные изменения. Но мы под эти изменения готовы, мы работаем с этими изменениями. И для вас, клиент, для вас, да, друзья, мы и работаем, что если возникает какой-то вопрос, даже до закрытия консульства или еще что-то, мы тоже этот вопрос, ну, уже проработали. Да? Возможно, мы пойдем через Сербию, возможно, еще как-то этот вопрос будем решать. Но мы готовы, да, с этими обстоятельствами бороться и решать. Следующий
А моменты, это, конечно же, полиция, да, когда вы сюда переезжаете. Потому что после получения визы D вы должны сюда переехать. А как переехать? Да? Эти тоже возможности, понятно, стали более, их стало меньше. Да? Ну, а, понятно, самолеты закрыли, а поезда и многое-многое другое. Сейчас все, они уже не ездят, да, или ездят, но нужно несколько делать пересадок. И в этом случае мы тоже проработали определенные схемы переезда, да, это через Латвию или еще есть определенные пути, то есть это через Калининград, Санкт-Петербург, ну, то есть вопрос все равно решаемый. Что немаловажно, мы обязательно садимся со своими клиентами и обсуждаем переезд через границы. Где у вас будет первый переезд через границу? Это будет Литва, это будет там Калининград, это будет еще где-то. То есть мы эти вопросы обязательно обсуждаем. И что немаловажно, да, мы всегда находим решение вопроса. То есть из всего можно, из любой, да, из любой задачи ее можно решить. Это не является проблемой, это является задачей. Сейчас очень большой отток идет из стран СНГ. Узбекистан, Казахстан, Россия, другие страны СНГ, которые были, да, там Киргизия, у нас есть даже клиенты, да. То есть отовсюду идет большой отток. И, конечно же, на август, сентябрь мы ждем очень большой наплыв клиентов, потому что там как раз будет выдача визы D. Что там дальше будет, мы, конечно, будем уже видеть и будем понимать. Изменения могут в любой момент быть. Но самое главное быть готовым. Собрать весь пакет документов, потому что еще один немаловажный фактор, я вот слышал от своего клиента, что сейчас справки, например, о несудимости тоже пошли в очереди, да, это тоже фактор того, что очень часто люди стали обращаться и заказывать справки о несудимости. У вас есть огромная возможность сейчас, да, даже вот с этими сроками, там 4-5 месяцев, если у вас даже нет открытого счета, смотрите, у вас есть 3 месяца, когда вы можете открыть счет, да, он проработает у вас, если у вас даже этого счета нету, и вы сможете спокойно предоставить нам выписки из счетов, а мы сделаем переводы. Вот, вот эти месяца, они как раз вам, в принципе, и даются на то, чтобы и собрать все документы полностью, да. В целом, этого времени вам хватит, наоборот, да, и собраться, и переехать, и подготовиться, и, возможно, продать какую-то свою недвижимость. Это вы все успеете и все сделаете за этот срок. Что хочу еще сказать. При приезде в Словакию вы будете сдавать документы, да, на полицию. Это уже непосредственно на ВНЖ. В этом случае сроки подачи, они увеличились. То есть от 90 дней, может быть, и более. Да, может быть, 4 месяца, может быть, 5 месяцев. Но при этом вы спокойно можете находиться в Словакии. И у вас не возникнет никаких вопросов, потому что здесь на сегодняшний день продлено ЧС, да, и в связи с этим вы можете находиться в Словакии. В завершение я хочу вам сказать, если у вас есть мечта, мы вашу мечту можем выполнить. Мечта переехать в Словакию, пожалуйста, это возможно. И на сегодняшний день мы готовим уже своих клиентов на август, сентябрь, которые не побоялись и переезжают сюда. Так что, ребят, рискуйте, получайте новое качество жизни. Мы вас ждем. Если вы решили переехать в Словакию, и вы уже точно знаете свою цель, я вас жду на своей консультации, которая может пройти для вас бесплатно. Она будет 30 минут. Все остальные у нас консультации платные, она более разборная. Мы разбираем полностью всю ситуацию, как жить, от жизни, от момента, какие документы нужны и многое другое, что интересует вас. А вас интересовать может быть много, потому что это бывает и час, и полтора. И мы, конечно же, делаем такие консультации, но они у нас уже платные. А бесплатная у нас 30 минут. Пожалуйста, мы будем рады вас видеть на своей консультации, рассказать о том, как можно переехать в Словакию легко
Но определенные есть факторы, которые сейчас, воздействия, факторы, которые сейчас возникают, но при этом все переезжают и живут в Словакии. Мы ждем вас, а мы дадим вам новое качество жизни. Друзья, подписывайтесь на наш канал, смотрите новое видео, влюбляйтесь в то, что мы делаем, и получайте новое качество жизни. Жмите на колокольчик, а мы вас ждем в Словакии.